Ракетные и артиллерийские стрельбы выполнили из противокорабельных береговых комплексов «Бастион» и «Берег». Действия прошли в рамках учения соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота на полигоне «Опук». Боевые расчеты «Бастиона» стреляли по корабельным щитам-мишеням, которые имитировали условного противника. Расстояние до морской цели составило около 60 километров. Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения как наземных, так и надводных целей на дальности до 450 километров. И покрывает всю зону Черного моря, поэтому и все боятся его. Ну, «Бастион» состоит из 4 пусковых установок и может нести на себе 8 ракет одновременно, наносить ракетный удар из 8 ракет. Комплекс «Берег» произвел около 30 залпов по условному противнику – отряду десантных кораблей. Расстояние до морской цели – около 10 километров. Безопасность стрельб обеспечивали корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты.